если ты не удвоишь видео, то я убью тебя. Эй, глупые дитя, мы здесь. Тоже пришло время увидеть твое настоящее лицо, маньячела. Ой, о, господи, кто это, Настя? Я не знаю. Кто это? Эй. О, черт, банда! Это счастливая дня смерти, маньяк! Это реально самый настоящий маньяк, но почему он пришел сюда? В прошлый раз, банда, когда я впервые увидел этого маньяка, я снял его со своего дрона. Тогда банда находился за маленькой девочкой, и мой дрон каким-то образом отвлек его, и она смогла выбраться и убежать от него. И теперь банда, похоже, она хочет мне отомстить. Эй, счастливая дня смерти, почему ты пришел сюда? Он просто молчит. Господи, он достал какую-то бумажку! Что это за бумажка, банда? Там что-то написано, какие-то цифры! Это что, какой-то номер или что? Окей, банда, наверное, стоит записать этот номер, чтобы узнать, что он хочет. О, господи, просто жесть! Скорее всего, банда, что это его какой-то номер? Возможно, он хочет, чтобы мы ему позвонили или что? Итак, я записал этот номер. Эй, счастливая дня смерти, уходи отсюда, мы тебя не откроем! Он просто стоит, он не уходит! Такое жесть, банда, посмотрите! Уходи отсюда! Он просто стоит, банда, что с ним не так? Окей, пусть стоит там. Давай сейчас попробуем позвонить на этот номер, который он нам дал. Возможно, это будет его номер, он просто хочет нам что-то сказать. О, господи, банда, что это вообще было? Ко мне в двери стучался реальный маньяк под именем Счастливого Дня Смерти. Он реально существует. Тем не менее, банда, когда я смотрел на него, он показывал какой-то листок. А на листке был написан номер. Естественно, банда, я его записал, именно поэтому давайте сейчас позвоним по нему. Итак, банда, я уже его набираю. Если это будет его номер, я буду реально в шоке. Что ему вообще от меня нужно? Тем не менее, он пока что не берет трубку. О, господи, как же я переживаю. Это был реальный маньяк. Он может запросто меня убить, банда. В прошлый раз я реально помог девочке. Зачем ты выгнал то видео, где я охотился за девочкой? Что? Я просто хотел ей помочь и заодно это снял на видео. Ты маньяк, ты мог запросто ее убить. А я не хотел этого. Я ищу менты за тебя. Где я нахожусь, никто бы не узнал, если бы не ты. Теперь меня хотят посадить, а некоторые даже убить. Но я же не виноват, что ты стал маньяком. Ты сам всех убиваешь. Тебя ждет тюрьма, либо смерть в любом случае. Удали видео, или же умрешь ты. А после этого я и сам удалю то видео. Я не собираюсь удалять свое видео. Я снял его на своих правах. Я мог летать там дроном. Я мог снимать там. То, что если ты был... Если ты не удалишь видео, то я убью тебя. У тебя нет выбора. Нет, ты не можешь меня убить. Ты всего лишь маньяк, который охотится на детей. Ты не сможешь даже ничего мне сделать. Либо же ты удалишь видео и умрешь. Либо же ты умрешь и удалю видео я. Выбирай, что хочешь увидеть. Что за бред? Какой смысл мне удалять видео, если я все равно умру? Я не собираюсь удалять видео, делай что хочешь. Возможно, если удалишь видео, я оставлю в тебя живым. Но это не точно. Да какой мне смысл вообще это делать? Ты маньяк, ты можешь запросто мне... Видео. Нет, я не буду удалять видео, ты меня никак не заставишь. Это мое видео, которое на ютубе. Тем более, если ты меня убьешь, пусть все увидят это видео. Тогда тебя ждет смерть. Банда, это просто жесть, он отключился. Это был реальный маньяк Счастливого Дня Смерти. Окей, тем не менее, если он реально придет ко мне домой, банда, то я не могу упустить такой возможности, чтобы снять с него маску и увидеть его настоящее лицо. Именно поэтому, банда, нам нужно разработать какой-то план, чтобы мы смогли запросто его вырубить и увидеть его лицо. Итак, банда, мой план, это моя квартира. Есть главный ход, который мы только что снимали Счастливого Дня Смерти. Через него, банда, он точно никак не войдет, потому что там все закрыто на ключ. Единственное место, через которое он может войти, это балкон, либо же третья комната, потому что он может запросто вылезти по деревьям и заползти через окно в третью комнату, а оттуда уже попасть во всю квартиру. Именно поэтому, банда, мы будем ждать его около балкона и около третьей комнаты. Таков наш план, банда. Очень надеюсь, что все сработает. Тем не менее, теперь нужно все подготовить. На балконе буду стоять я с битой и ждать его около открытого окна, а около входа в третью комнату мы на дверях сделаем огромную ловушку. Для начала между дверным проемом мы положим кастрюлю с водой, и если только Счастливого Дня Смерти захочет войти, его сразу же обольет вода, а рядом будет стоять Настя с пледом, которым она его накроет. Окей, по идее, это должно сработать, Настя. Господи, кто это, Настя? У кого-то из наших ключей или что? Просто жесть, кто это, банда? О, черт, просто... О, господи. Это он, банда. Откуда у него наши ключи? Просто жесть. Какая жесть, банда, откуда у него? Почему он вообще ушел? Настя, откуда у него наши ключи? Я не знаю. Просто...
Просто жесть, Бонда, что это было? Это реально счастливого дня смерти, он нашел как-то нам квартиру. Господи, он идет сюда, Настя, скорее прячься. О, господи, скорее, Настя! Просто жесть, откуда у него наши ключи? Сереж, недавно я потеряла ключи. О, господи, просто жесть! И теперь он нашел нашу квартиру! Хотя мне кажется, что это не ты их потерял, он их тебя просто вытащил! Это маньяк, он запросто мог это сделать, чтобы убить нас! Это просто жесть! Он реально вошел в нашу квартиру! Теперь получается, наш план просто не работает, потому что он уже в нашей квартире! И пока что его нигде не видно! Нужно срочно придумать новый план! Окей, Банда, у нас с Настей есть план. Я буду отвлекать счастливого дня смерти в третьей комнате, а Настя где-то спрячется за углом. И когда он подойдет ко мне, я типа буду наживкой. Когда он подойдет ко мне, Настя сразу же его поймает, а я буду быстро его вырубать с биты. И тогда, Банда, мы увидим его настоящее лицо. Я очень надеюсь, что мы снимем с него маску. Тем не менее, Банда, я очень надеюсь, что вы поставили лайк, потому что просто спонтанные видео. Я реально надеюсь, что мы... Настя? Настя, где ты? Эй, Настя! Господи, ну это такое, Банда, куда она делась? Черт, просто жесть. Эй, Настя, ты где? Господи, пока что не видно. Черт, Банда, что происходит? Настя, если это какая-то шутка, то мне не смешно. Пожалуйста, где ты? О, господи, что это такое, Банда, где Настя? Эй, Настя! О, черт! А, господи, нет, пожалуйста, отстань от меня! Я удалю видео, только оставь меня в покое! О, господи, нет, пожалуйста! Если моя смерть, отстань от меня! О, господи, я не хочу умирать! Отстань от меня! О, Настя! О, господи, ты его вырубила! Просто жесть, он тебя связал! Окей, давай быстрее, я помогу! Хотя погоди, нужно скорее снять маску! О, господи, нет, пожалуйста! Успокойся, сегодня смерти! О, черт, что это? О, господи! О, господи, это был Сон-Джорд! Просто жесть, Суприм Банда, что это было? И что в этом баллончике? Мне кажется, что здесь какой-то усыпляющий газ. И когда он им пшикнул, мы с Настей сразу же отрубились. А где Настя? О, господи, куда она пропала? О, черт, Банда, что это за кровавый след? Господи, я очень надеюсь, что это не Настя. Просто жесть, он тянется на балкон. О, господи, здесь кто-то есть? Черт, Настя, это ты! О, господи, что он с тобой делал? Просто жесть, ты полностью связана! О, черт, мне просто в это не верится! Это на меня все еще в доме! Окей, я помогу тебе выбраться! Просто жесть, Настя, я пытаюсь тебя спасти! О, господи, где он? А что у тебя с бровой? Он меня ударил! О, господи, просто жесть! Он обязательно за это ответит, Настя! Окей, я развяжу тебя дальше! Черт, мне просто не верится! Все же, думаю, что нам нужно действовать по нашему плану! Того плана, который я придумал ранее, где я буду наживкой. А Настя вырубит счастливого дня смерти, мы снимем ее маску и увидим ее настоящее лицо. После чего мы вызовем полицию и сдадим его. Очень надеюсь, Банда, что наш план сработает. Тем не менее, надеюсь, он все еще в квартире. Ты видела, куда он пошел? Не знаю. Просто жесть, Настя, он реально тебя связал. Надеюсь, он больше ничего с тобой не делал, кроме бровы. Нет, больше ничего, только ударил. О, господи, мне очень тебя жаль, Настя. Окей, Банда, тем не менее, теперь нужно схватить этого счастливого дня смерти. И наконец-то его затянуть, чтобы увидеть его лицо. Это твоя кровь, Настя! Да, это с моей бровы капало! Просто жесть, сколько крови из тебя вышло! Окей, тем не менее, Банда, теперь я обязан отомстить ему счастливого дня смерти! Я сделал на него куклу Вуду! Только, Банда, давайте наберем это видео 10 тысяч лайков, я обязательно это сделаю! И уничтожу его самым худшим способом! К примеру, Банда, сожжу эту куклу! О, господи, Банда, ну куда он делся, я не знаю! Возможно, он будет в третьей комнате, Настя! Не знаю, я не видела! Господи, просто жесть, Банда, мы идем сейчас на свою же смерть! Окей, Настя, если вдруг он выбежит и набросится на меня, то сразу же убегай! Я буду пытаться как-то его отвлечь, а ты беги, звони в полицию, чтобы они сюда приехали! Это просто жесть, Банда, я очень переживаю! Где он вообще может быть? О, господи, эй, Маничелла, ты где? О, господи, Банда, о, черт! Вот здесь, Настя! Просто жесть! Он видит, что тебя здесь нету, и, похоже, он злится! О, господи, теперь он точно нас убьет! О, нет, он достал свой нож! Такая жесть! Господи, Настя! Он увидел, что тебя там нету и теперь злится! И не знаю, что дело, нас убьет! Нужно быстрее действовать нашему плану! Господи, Настя, быстрее прячемся! Такая жесть, есть какие-то идеи! Я не знаю, мне очень страшно! О, Настя, не переживай! Всего лишь, что тебе нужно, это вырубить его с биты! Дальше всю работу сделаю я! Сережа, я очень боюсь маньяка! Не переживай, Настя, ты справишься! Всего лишь ударь его битой, и все, я верю в тебя! Может, позвоним в полицию? Нет, ты что, ни в коем случае! Иначе он просто нас убьет. Давай, Настя, нужно действовать, есть какие-то идеи. Давай ты сядешь здесь. О, господи. Я открою дверь, ты будешь наживкой. Окей, я согласен, давай дальше. Что, открываешь дверь? Да, а я его вырублю. А где ты станешь? Нужно быстро действовать, иначе он меня быстро убьет. Давай здесь.
Окей, тогда он войдет в двери, а ты его вырубишь. Да. Окей, давай тогда действовать, просто жесть. Это безумная идея, Настя. О, господи, окей, стой там. Черт, Настя, это просто безумная идея. Надеюсь, твой план сработает. О, господи, это такое безумие это делать. Давай, Настя, ты справишься. Глупое дитя, мы здесь! Ты ничего нам не сделаешь! Ты слабый маньяк, который только охотится за детьми! Ты ничего мне не сделаешь, ты меня никак не убьешь! Ты ничего мне не сделаешь, ты меня даже не тронешь! Черт! Нет, ты не убьешь! О, господи! О! Настя, Питу! О, господи, да! Вот черт, мы его вырубили! Господи, банда, просто жесть! Мы все-таки его вырубили! Хорошая работа, Настя! Это такая жесть! Нужно срочно найти скотч, чтобы связать его и снять с него маску! Мне просто в это все не верится! Это реально какое-то безумие было! Господи, банда, просто посмотрите на это! Мы все-таки смогли его поймать и связать! Господи, давай быстрее снимем маску! О, черт! О, господи! Окей, я это сделаю! Что ж, пришло время увидеть твое настоящее лицо, маньячела! О, черт! Господи, что ты такое или кто ты такой? Счастливого дня смерти! Господи, ты слышишь это? Да. Он реально какой-то странный! О, господи, окей, маньячела! У меня к тебе есть одно предложение! Мы тебя отпустим, но ты больше не будешь нас трогать! Окей, быстрее отвязывай его! Просто жесть! Это реально какой-то монстр, банда! О, черт, просто жесть! Да все, аккуратней! Что ты делаешь? О, черт! О, господи, он просто сбежал! Ты как? Господи! Такая жесть! О, черт, он реально куда-то убежал! О, господи! Окей, банда, теперь мы можем сделать на него куклу Вуду! Он нарушил наш договор и нас пихнул! То есть, по сути, он нас ударил! Окей, банда, если вдруг вы хотите, чтобы я сделал на него куклу Вуду, то давайте на это видео наберем... лайков. И тогда, банда, я сделал на него куклу Вуду, а еще сожгу куклу, и мы посмотрим, как он умрет. Так что, будет скорее, ставь лайк. И, бро, помни одно, оставайся, говоря, шикарным. Пока!